Друзья, всем привет! Сегодня мы вновь приехали в наше секретное место. Приехал я сегодня опять с Димоном. Димон сегодня будет ловить на поплавочек. Ну а я хочу закинуть два фидера или два карповика. Сейчас я это еще посмотрю и решу, что я буду кидать. Поехали посмотрим, что с этого выйдет. Вон Димон уже закидывает свою поплавочку в своем любимом месте. Димон. Друзья, всем привет. Всем привет, друзья. Ну, в прошлой рыбалке Димон отличился. Посмотрим, что будет сегодня. Я уже поставил подставочку. Начал разбирать. Акаровский карповик достал. Второй мой телескопичку достал. Сейчас попробую поставить их. Итак, с чего начнем? Я тут уже чуть-чуть подразложился. Так, поставлю макушатник. Макушатник я поставлю на акаровский карповичок. Здесь дно коряжное. Большая вероятность того, что снасти останутся там. Ну, да, да. Макушатник, братан, сейчас. А, сюда. Сюда макушатник, макуха. Чисто, а, ну это я понял, нормально. Вот попробуй. Сейчас хочу тоже попробовать. Не люблю, когда много крючков. Ну, такая снасть. И ничего с этим не поделаешь. Что, кашу будешь замешивать? Конечно. Я ж федера на кашу буду ставить. Ну, такая вот клубничка. Там же как это, старое русло было. Прикормку я добавил опарыши. И у меня оставалось в прошлой рыбалке. Макуха там, такое, сечка. Пойдет, сейчас все это перемешается с живой прикормкой. Отлично будет. Чё? Ну, первый у Димона карпик на сегодня. Опа. Подожди, стой. Блядь, заглотил хорошо. Сейчас спасем тебя, малышек. Операция по спасению карпа началась. Так надо это делать. Не цепь, а щипцы. Ну, Димон профессионал в своем деле. Лови, малыш. Ох, спасибо тебе, брат. Сердце весь мокрое. Ну, поплавочка рули, да, Димон? Да нет. Это есть? Да вроде да. Да, 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 братан. Есть, есть, есть. Карась. О, нихуя. Это нихуя не карась. Не карась. Карась, ну хороший. Бля, не выпускай. Нужен тебе? Давай, давай. На, забирай. Держи, братан. Димоныч хочет его скушать. На макушатню идет карась, на поплавочку идет карпик. Но рыбалка только началась. Есть, да? Да. Вон Димон еще одного карпика взял. Он сопротивляется. Может эту взять, под саку? Да, давай. Можно было доставать. Оп.
Да, хороший такой. Трешка, наверное, брат. Да нет, трешки тут нет. Нет. Это столовая тоже. Попустила. Есть, есть. Да не знаю, братан. Видишь, весь такой, да, хорошенький. Держи, братан, где ты? Куда? Вот я собрал флет. Будем пробовать кидать его. Вот такой пацаненок. Сам отпустишь? Да выпускай. Заели. Сегодня Димон у нас главный по рыбе. Оба, оба. Ого, братан! Ого! Братан! Нихера себе! Вот это, друзья! Вот это оно! Ого! Ого! Хороший! Давай, снимаем! Вот это оно! Вот это да! Вот это давай, да! Давай! Тащи его, тащи! Да. Сейчас. Смотри, что там фрикцион, ты затянул? Да. Вообще до талого затянул? Нет. Даю ему трошки расслабиться. Ого. Да ну не знаю, как видишь. Ни хрена не видишь. А вот. Ну хоть вытащи его. Возьми, наверное, подсак. Мне кажется, трешка, братан. Хорошим, хорошим. Мы его взвесим сейчас. Давай, ну что, посередке. Стой, стой, стой. Он же сейчас. Ой, бля, сейчас я его сниму с крючка. Ух ты, у меня аж ручки затряслись. О, блядь, стой. Да, этот хороший. Да. Вообще замечательно. Ну, малыш все равно. И у Димона, и у Димона. У меня что-то маленькое, может быть, карась. Давай, брат. Нет, нет, карп, карп. Ну, маленький карп, чисто. Ай, красавец, стоять, стоять, стоять. Братан, это по твоей части. Они у тебя заглатывают. Хорошо заглатывают. Ну и Димон взял карпика. Так, ну моего надо взвесить. Оба-на, ушел. Димон красавчик. 3380. 3300. Красавчик, красавчик. Оба, ух ты. Оба, ух ты. Есть моментик. О. Отправилась. Снимай, братан. Давай, иди сюда, иди. Давай, ух ты. Давай. Подсака нужна? Да, наверное. Только покажи его, покажи его. Не вижу. Сейчас его подведу. Бля. Вот. Сюда? Ага, вот. Вот. Блядь, запутал, сука. Камыш пошел. Иди сюда. Не, подсака по-любому нужна. Вон, с камыша его доставай. Вытащил.
Вон, ну, перепутал. Да. Давай, слушай, ой. Ну это тоже треха. Треха, треха. Да, ай! За что вот я тебя... Вот такие вот бывают моменты. Друзья, карп фишинг. Поймал, отпусти. Вот это, друзья, я называю хорошая рыбалка. Мне что-то перестал хорошего. Я прям порадовался. Ну, не переключайтесь, а поехали дальше. Ого, братан! Ого! Ого, друзья! Вот это оно! Вот это оно! Ты видел, он чуть не убежал. Да, да, да. Ого! Вот это что-то хорошее. Вот это да! Это оно! Только оно меня сейчас запутало все там. Не иди в камыш, он в камыш пытается идти. Вот тут. Ух ты, блядь. Сюда его. Давай, давай, подсак. Подсак, братан. Опа. У нас. Фух. Вот это оно. А ну снимай, как я его отпущу. Ну этот вообще здоровый. А ну сначала сфоткай меня с ним. Ой, красавец. Я походу не снимал, а может и снимал. Ой, стой, стой, стой. Сколько ж ты видишь? Ну тоже за трешку. Теперь давай. Ну все, плыви. Пока. Давайте, всем удачи. Не останется шли. Ну все, друзья, снасти я уже все подоставал. Сейчас осталось все собрать. Я думаю, сегодня была просто отличная рыбалка. Так что оставайтесь с нами. Дальше, как всегда, будет интереснее. Дальше мы придумаем еще что-нибудь новое. Подпишись на канал, поставь палец вверх. Всем ни хвоста, ни чешуи. До встречи, ребята.